Show me what this booty do. Так, приветствую вас, дорогие друзья. Хотелось бы представиться. Меня зовут Гарри Топор в играх. Здесь я на канале YouTube известен как Гарри Акс. Гарри Акс, кому как удобней, кто как будет произносить, я не знаю. Хотел бы представить вам свой канал по играм, так сказать. Я геймер, люблю очень игры, как бы позиционируюсь хорошо в этих играх, в некоторых плохо, как и все остальные, в принципе. Не бывает там в одной игре хорошо, в другой плохо, как все остальные. В одной, можно сказать, рукожопы, в другой в какой-то ас, в третий еще как-то. Чем бы я хотел вас завлечь? Я бы хотел, чтобы вы посетили мой канал. На нем вы можете найти, ну, в любом случае, это позитив какой-нибудь, да, я люблю общаться со своими зрителями, часто провожу трансляции, так сказать. Люблю играть в Доту, могу поиграть в КС, но не люблю в него играть, так как там много наглой молодежи, которая использует читы, например, да, и не такая у меня хорошая моторика рук, но все же, мне бы хотелось и в это с вами поиграть. Я публикуюсь на таких известных платформах, как YouTube, Cube TV, также провожу стримы. Там я играю в PUBG, конечно, он у меня мобильный, но все же. Еще, что бы я хотел вам сказать. У меня множество прекрасных игр, такие как, ну, как вам сказать, Sullen Strike имеется, Sniper Elite 3 имеется. Есть такие старые стратегии для таких, знаете, кто играл еще в 2000-х годах. Disciples 3 имеется. Любые игры на ваш вкус и выбор, как бы, какие вы захотите, такие будем проходить. Заходите, я буду очень рад каждому. Не приветствую, единственное, что не люблю хамство. Я взрослый человек, не матерюсь. Не курю, иногда выпиваю, конечно, только в хорошей своей компании. Это единственное, что. Но молодежи не советую, потому что я уже большой дядька и все остальное. Заходите на мой канал, подписывайтесь, дорогие друзья. Я очень-очень буду рад вам. Пишите комментарии. Единственное, о чем прошу, если у вас есть какое-то матерное мнение о моем ролике, оставьте его, пожалуйста, при себе. Не доставлять неудобства ни себе, ни мне. Мне бы не хотелось слышать чужое мнение какое-то, знаете. Я сам знаю, что нагло врываюсь в ваше время и требую, чтобы вы зашли на мой канал. Но все-таки, ребята, я думаю, это того стоит, и вам понравится наше совместное общение. Лишь для этого я создал этот видеоролик, как бы на это он и рассчитан. Всего хорошего, ребята! До новых встреч. Надеюсь, что вы найдете меня на просторах Ютуба. Зайдете ко мне, напишите, что вы думаете об этом ролике, что вы думаете обо мне в целом. Единственное, я же говорю, о чем я прошу, только без матов. Просто напишите, мне не понравилось. Я учту ваше мнение и сделаю так, чтобы вы не могли просматривать мой канал и мои видео. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.